Господа, здравствуйте. Так, меня, в общем-то, это видео по просьбе человека с драйва по поводу того, попросил меня показать, как меняются цвета на маленьком экранчике в Peugeot 508. Пожалуйста, смотрите. Так. Регулировка дисплея. Меню выбор языка, выбор единицы, выбор цвета. Так, ну, языки стандартные. Потом выбор единиц. Тоже все стандартно. Литры на 100 километров, miles per gallon и километров на литре. Также выбор единиц температуры Цельсия, Фаренгейт, господи. Выбор цвета. Пожалуйста. Сейчас у нас стоит black. Пусть будет техно black. Выглядит вот так менюшки. Black. Ну, изменилось тоже все не очень сильно. Orange Ray. Blue Flame. И Toffee. По-моему, этот. Оранжевенький. Точнее, не оранжевый, а коричневый. Так, ставлю свой блок. Так. Теперь параметры автомобиля менюшка. Доступ в салон. Разблокировка. Помощь при вождении. Скорости в памяти. Ну, это те скорости, которые сохранены в памяти. Автоматический стояночный тормоз. Освещение. Подсветка встречи, автоосвещение, сопровождение. Соответственно, подсветка встречи — это вот ты открываешь машину, если на улице темно, она включает фары. Освещение сопровождения — это функция «проводи меня домой», ты глушишь машину, если темно, фары продолжают гореть. Управляемые фары — это функция поворотных фар с ксеноном. Ну, машина с ксеноном. И дневное освещение. Штатное это меню выключено. Включал уже отдельно. Включение и выключение фар дневных ходовых огней. Так, эту менюшку тоже все изучили. Ну, предподогрев, вентиляции, соответственно. Здесь можно включить предварительный подогрев. Ну, вот сейчас включим его. Параметры, когда он тебе нужен. Можно включить как отопление, так и вентиляция. Если отопление, включается вебаста, если вентиляция, то включается вентилятор, соответственно. Ну, это если в машине жарко. И выбор, соответственно, немедленно и по таймеру. Соответственно, сейчас поставим на 20.05, как раз я с работы в это время выхожу. Окей, активирован. Окей. А, да, я не могу его включить, потому что у меня низкий уровень топлива. В общем-то, это вся менюшка. Так выглядит непосредственно то, что есть в моей машине. Расстояние на остатки топлива, пробег, моментальный расход, текущая скорость, местоположение, если вы находитесь, где вы находитесь, радио и два бортовых компьютера, соответственно, верхний пункт — средняя скорость, средний, потом ниже — это средний расход, и самый нижний — это расстояние. То же самое и тут. То есть вот это вот у меня расход за пробег 20 000, этот расход, соответственно, за пробег 6 500. На этом, в принципе, обзорчик дисплейчика можно считать завершенным. А, да, и управляется это все с кнопок на руле. Соответственно, по магнитоле примерно все то же самое. Очень многое добавлено им непосредственно мной по той причине, что, ну, допустим, все дублируется. К примеру, помощь водителю, скорости в памяти. Эти скорости я могу менять на ходу. Штатно они управляются только с маленького экрана, и в движении я не могу их менять. А так, в принципе, все то же самое. Какие-то функции не работают, например, сейчас вспомню.
Нет. И значит, я удалил эту функцию, потому что там был выбор звука еще, переключателей поворотников. Поворотников, предупреждений и прочего. Но оно у меня так и не заработало, так как машина 508. Да, не Ситроенчик. Вот, можете посмотреть, где я стою. На этом все. Спасибо за то, что смотрели. Всем вам огромной удачи и пока.